Пока все наслаждаются предновогодней суматохой, Людмила Хрусталева задувает свечи на торте. Люберецкой долгожительнице исполнилось 95 лет. С солидной датой ее поздравил глава округа Владимир Ружицкий. В гости он пришел не с пустыми руками. Подарком для Людмилы Ивановны стали поздравительные адреса от президента и губернатора, сувениры и большой букет цветов. Я вам желаю здоровья, долголетия, большое в таком бодром духе. Спасибо за внимание. Значит, я не знаю, мы там все зафиксируем. К вам будем стремиться на 100 лет. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.